На Советской 6 два подъезда обрели новый ухоженный вид. Лестничные клетки до сих пор пахнут свежей краской. Но это нисколько не смущает жильцов дома. Главное, говорят они, сохранить эту чистоту на долгие годы. Было собрание, что мы будем теперь поддерживать чистоту и порядок. По адресу Почтовая 21 ремонт еще продолжается. Здесь трудятся специалисты фирмы «Инжстройсервис». Сроки выполнения их работы во многом зависят от состояния подъезда на момент начала ремонта. Вот это какой ремонт? Если косметический, то быстро. А если вся штукатурка была, это, все долбили, все это штукатурили, тут уже побольше времени уходит. Примерно. Ну, недели две, так этот с лишним. После нескольких лет полного отсутствия отопления на лестничных клетках коммунальщики начали устанавливать батареи и новые стекла. Таким образом, общий ремонт одного подъезда обходится в 40 тысяч рублей. Председатель оперативного штаба Андрей Шпак дал собственную оценку данной работе. Чистенько, но... Можно было лучше сделать? Да лучше всегда можно. В планах на февраль месяц ремонт подъездов по адресу Рекинцо 26 и Почтовая 22. Остальные могут не волноваться, заверили коммунальщики. В течение 5 лет будут отремонтированы все подъезды в городе. Андрей Шпак скорректировал это заявление и поставил задачу выполнить данную работу за 3 года.